Торчусь. Тихо. Успокойся, Лейла. Еще очень рано. Валя, смотри. Я придумал новые завтраки. Правда? Из чего? Это не важно. Ты сначала попробуй. Лейла, ну не спеши. Теперь я этот давай попробую. Так. Чё, как? Вкусно? Это был гастрономический рай. Так, асаи, чия, немного манго и вчерашний йогурт, который я делал и настаивал. Вуаля, готово. Эти блинчики на кокосовом молоке должны быть такими... Острыми? Да. Айбек, ну мы же договаривались, что ты адаптируешь все рецепты. Ну а как тогда люди попробуют что-то новое? Черт, у меня же собеседование. Собеседование? А ты что, другую работу ищешь? Сегодня придут новые официанты, кандидаты на официантов, я их принимаю. Бедняги. Много благодарен, госпожа, за то, что вы попробовали мою скромную стряпню. Это было, как всегда, ты гений. Я знаю. Уже выявлены зараженные коронавирусом Кыргызстанцы. Согласно закону, чрезвычайное положение вводится при возникновении кризисных ситуаций. Эпидемия входит в их число. В условиях ЧП власти могут ограничивать права и свободы граждан и даже возлагать на них дополнительные обязанности. Как фартуки? Ничего. Лучше старых. Отпарили, да? Аня, вышли к новое меню, учите. Скоро приедете с типографией. Лайла вас там ожидает. У вас есть опыт работы? Да, конечно. Где вы работали до этого? В разных местах. Последний раз в одной большой столовой. У меня есть рекомендации. Вы знаете, у нас высокие стандарты обслуживания, и, к сожалению, все вакантные места закрыты. Я думала, я первой пришла сегодня. Мне очень нравится ваш ресторан. Здесь так красиво, все продумано. Я раньше часто ходила мимо и мечтала сюда попасть. Мне очень жаль, может быть, в другой раз. В любом случае, я не буду работать официанткой. Вот как? Могу подметать, посуду мыть, овощи чистить, все дела, которые останутся. Я не с клиентами буду работать. Пожалуйста. Я очень трудолюбивая. Все делаю. Хорошо. Иди на кухню, скажи, что ты будешь мыть посуду. Спасибо. Султан,
Заказ для третьего столика разве не готов? Я бегаю перша сама тести. Перфекто. Понравилось, шеф. Айбек Байке, а что понравилось? Новое блюдо, а ты кто? Я к вам на работу устроилась, помощницей повара. Буду у вас всему учиться. Тебя Лейла сама отправила учиться ко мне? Да. Ну, хорошо, пойдем, найдем тебе место. Станет комендантский час с 20:00 и до 7 утра. Все жители территории, где ведет режим ЧП, должны оставаться дома. Передвижение людей и транспортных средств запрещено, за исключением сотрудников силовых структур, медработников и грузовых автомобилей, перевозящих продукты. За нарушение порядка предусмотрена административная или уголовная ответственность. Только два повара на своем авто. Но им нужно разрешение. Остальные не смогут приехать. Даже такси запретили. Значит, какое-то время поживут без зарплаты. Лейла, ты серьезно? Ты думаешь, у них какие-то накопления есть? Они уйдут новую себе работу искать. Я организую разрешение, и все, кто на машинах, будут развозить всех остальных. Кстати, нам нужно поднять цены. На блюда? Зачем, Лейла? Все люди без работы остались. Кто будет их покупать-то? Люди, у которых есть накопления и которые не остановятся из-за карантина. Я уже изменила меню. Так. Ты с ума сошла? Меню для торжеств. Все торжества запретили. Но они будут, и мы будем их кормить. Да, конечно, нам было бы приятно помочь вам в этой ситуации. Вы же понимаете щепетильность ситуации. Да, я отправлю вам отдельный прайс на бронирование зала. В этих условиях. Угу. До вечера. Так, в смысле до вечера? Вечером у нас здесь будет мероприятие. Лейла, ты прекрасно понимаешь и знаешь, что нам нельзя. Да знаю я. Это обычная молодежная посиделка. Они обещали, что не будут шуметь и доставлять нам проблем. На стране чрезвычайное положение. Ну и фиг с этим положением.
А если вдруг кто-то заразится? Вдруг кто-то умрет вообще? Мы обо всем договорились. Гости возьмут всю ответственность на себя. Они не будут нигде упоминать, где они были. Ты вообще о чем? Мы отвечаем за еду, чтобы никто не отравился? Разумеется. Это то же самое. Да-да, мы уже пришли. Пойдемте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, ваш столик уже готов. Приятного вечера. А, еще Лейла, я вам очень благодарен и спасибо вам большое. Чего только не сделаешь для постоянных клиентов. Лейла! Я думал, мы договорились. Айбек, это просто маленькое приватное мероприятие. Наши постоянные клиенты. Расслабься. Айбек, все хорошо. Надеюсь, мы никаких проблем не предоставили. Надеюсь, все обойдется. Хорошо. Дорогие гости, все в порядке. Продолжайте праздновать. Мы очень рады вас видеть у себя. Включи музыку, пожалуйста. Ты что творишь, Лейл? Хочешь, чтобы нас вообще прикрыли? Успокойся, я все развела. Помоги мне, либо вообще не мешай. Айбек Байке, у нас тут катастрофа. Блин, Джамал, ты что делаешь? Уйди оттуда. Что там? Все, растаяло. Я не знаю, когда он сломался. Может, даже не сегодня ночью. Испортилось все? Да нет, не должно. Мы сделаем акцию на рыбу и морепродукты. Два по цене одной. Все границы закрыты. Я на неделю вперед закупался. Дурак, блин. Думал, продуктов не хватит. Да и все это за один день не распродашь. А если замариновать? Лейла, мы всех отравим. Мы могли бы все раздать, раз уж все равно все испортится. Конечно, креветки и семгу раздадим. Мы что, по-твоему, благотворительная организация? Да, раздадим. Но сначала приготовим. Ты серьезно? Ну а ты что хочешь? Все выкинуть? Эй, рыба, ты маешься. Ты тоже едешь? Конечно. У меня тоже есть разрешение на передвижение. У нас заказы
на вынос. Да все нормально, я им дал указание, ребята справятся. Айбек, подожди, ты же Джамал? Да. Ты вроде сюда уборщица устраивалась, а не в повара. Айбек Байки взялся меня учить готовить, я учусь. Правда? Ты же ничего не умеешь. Я закончила профучилище на повара. Всегда хотела работать в таком месте, с таким шефом, как Айбек Байки. Слушай, внимательно. Ты устроилась сюда как уборщица, я тебя пожалела. Сейчас ты будешь держаться подальше от Айбека, у него важные дела. Ты меня поняла? Иди на кухню. Я, конечно, понимаю. Тяжелый год, пандемия. И тебе нужны деньги. Да, пап, действительно, сложный год выдался. И бизнесу сейчас тоже тяжело. Да он и раньше у вас на плаву еле держался. Кредитов набрала. Ну, это стандартная ситуация в обычных условиях. А что Айбек? Айбек, он много работает. Поваром? Еду стряпает, как будто у вас других поваров нет. Он хоть думает, как тебе приходится. Ну, у него талант. И люди к нам благодаря его кухне приходят. Да я-то уже слышал. Ты его с какой-то дыры приволокла, с какой-то мелкой закусочной. Он хоть думает о будущем? Он... Но почему он сразу ко мне не пришел спасать ваш ресторан? Вот вы мне докажите, что вы серьезные люди. И потом, доча, уходи ты от него. Я найду тебя достойного мужа, который будет любить и ценить тебя. Пап, ты опять за свое. Айбек сейчас работает над расширением. Не верю я ему. Он у тебя летает где-то в облаках. Нет, правда. Он сейчас работает над франшизой. И мы уже подготовили дизайн, у нас есть меню. Нам нужна только твоя помощь. Хорошо. Надо всегда думать о большем. Я подумаю. Я подумаю, как помочь тебе, дочь. Спасибо, пап. Франшиза? Зачем? Айбек, пожалуйста. Иначе мы не получим деньги. Деньги. Лейла, у нас все есть. Нам надо просто переждать эти времена. Ты не знаешь, как люди мучаются, как им тяжело сейчас. Я сама все организую. Тебе нужно делать только то, что ты делаешь, быть лицом ресторана. Вот как я могу быть лицом какого-то другого ресторана, если я даже там не контролирую кухню? Мне сейчас нужна твоя поддержка, чтобы ты был на моей стороне. Неужели это так сложно? Нет, не сложно. Я с тобой. Давайте встанем. Я немного усовершенствовал рецепт старой доброй лапши паттайи. Рисовая обычная лапша, паста тамаринда, креветки, пальмовый сахар. Когда мы стали использовать такие дорогие продукты? Айбек, не отвлекайся. Я хотела с одного дубля снять без монтажа. Это все дорогие ингредиенты. Не всем по карману. Кто будет это готовить? Не всем по карману. Просто вот этот рис. Так, продолжай. Вы сейчас видели людей, которые сидят дома и голодают? Просто потому, что гумпомощь до простого народа не доходит. Люди, которые живут однодневным заработком, их загнали в условия голода, все, потому хватит. Что они... Что хватит? Что? Что хватит? Лейла, вас там уже заждались.
Хорошо, только быстрее, чтобы она не скомковалась, слышишь? Зачем? Запах странный, попробуйте. Так и должно быть, это же креветки. Айбек, он уже здесь, мы вас ждем. Нельзя торопить блюдо. Скоро будет готово. Вы знаете, идя сюда, я не ожидал увидеть ничего подобного. Я приятно удивлен. Здесь уютно, тепло, чувствуется ваша рука и прекрасный вкус. Мы с Айбеком вместе разрабатывали дизайн интерьера. Вы знаете, все детали — это его идея. Мне кажется, вы излишне скромны. Я видел ваши промо, все эти селфи. Он всегда на виду, а вас почему-то на них нет. Мне кажется, вы незаслуженно остаетесь в тени. Я не в тени. Я греюсь в его лучах. Ну и где же он, наша звезда? Я должен успеть до начала комендантского часа, знаете ли, я законопослушный человек. Одну минуту, я его позову. Не оставляйте меня надолго. Хорошо, только еще мельче. Угу. Айбек, инвестор в зале, он ждет. Почему ты не в костюме, который я приготовила? Лейла, я же повар, я могу испачкать его. Так, кстати, вот, попробуй соус. Все, пойдем быстрее. Ну, хорошо, ладно. Добрый вечер. Добрый. Я ваш повар Айбек, и у нас сегодня специально для вас фирменное блюдо. Присядь, Айбек. Я пробовать не буду, я на ПП, полезное питание, все по рациону. Ты спортом занимаешься? Окей, давай к делу, время идет. Ты хочешь франшизу? Я увидел здесь у вас много положительных моментов, атмосфера, кухня, но при этом я увидел много моментов, которые нужно изменить. В первую очередь, та же кухня. Да, нужно будет изменить меню. Понимаешь, это не та кухня, которую Киргизия может экспортировать в другие страны. Люди будут ждать от вас национальной, классической кухни. Я надеюсь, твои повара умеют такое готовить? Разумеется, я сам лично обучаюсь. Прекрасно, своих. Отлично. Значит, ты сможешь научить их готовить и другие блюда. Пойми, франшиза – это продукция для масс-маркета. Она предсказуема, логична, со своей фишкой. Может быть, мы объединим кухни и сделаем азиатский фьюжн? Да, 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 мы объединим, но нужно сделать акцент на национальный колорит. Может быть, ребрендинг в других цветах. Позиционирование на расширение. Мы как бы скажем, что у нас каждый может найти то, что он хочет для себя. Начиная от лагмана, заканчивая этим супом молочным с креветками. Мы можем оставить в меню самые популярные блюда в нашем заведении. А экзотические, наверное, мы добавим... Простите. Прошу прощения. Айбек, ты куда ушел? Как блюдо понравилось? А соус? Вернись обратно, он же ждет. Ты думаешь, так легко найти гребаного инвестора? Нет, Джамал. Ему здесь ничего не понравилось. Куда ты пошел? Ты что здесь делаешь? Убирайся! Лейлыч, пожалуйста. Пошла вон! За работу! Лейла, он уходит. Проводи нашего гостя, скажи, что встреча окончена. Хорошо. Ты все вырезала, да? И знаешь... Все как-то убого склеила. Это была промо для инвесторов и для франшизы. Вот ты все время пытаешься во мне что-то изменить, подмонтировать где-то.
Никому не интересны твои взгляды на коррумпированные действия. Ну а ты попробуй когда-нибудь что-то сделать для другого человека. Дай им шанс. Я старалась, видит Бог, за нас обоих сохранить бизнес на плаву, пока тебе рукоплещут твои фанаты. Лейла, ты что, завидуешь мне? Завидую? Тебе? Да. Тому, как ты все время такой на расслабоне. Друг всех и каждого. Айбек, ты можешь себе позволить быть таким добреньким? Звать всех на корпоративы, которые я оплачиваю. Петь песенки под гитару, пока мне приходится заниматься всей грязной работой. Затевать все это с франшизой, расширением. Разбираться с долгами, искать деньги. Инвесторы, кредиты, милиция. Увольнять людей. Кого увольнять? Твою мелкую дешевую посудомойку. Ты уволила Джамал? А что ты так переживаешь? Слушай, ты можешь заниматься этой франшизой, расширением, инвесторами, за моей спиной выбирать клиентов. Но запомни, никогда не смей лезть на мою кухню и увольнять моих поваров. У тебя что, с ней интрижка? Нет! Нет! Мы с ней придумываем новые блюда. Ты не поймешь, и никогда не понимала этого. Лейла, я повар. Я готовлю для людей. И для этого мне не нужна эта франшиза, этот гребаный ресторан. Я готовлю для людей. Я буду готовить где угодно, с кем угодно и когда мне угодно. Прекрасно! Тогда мне остается найти повара в другой стране, поэкзотичнее, в какой-нибудь забегаловке, привезти его сюда и сделать шеф-поваром ресторана. Знаешь почему? Потому что я это могу. Прекрасно. Куда ты? У нас много заказов на вынос. Что встали? Айбека ждете? Он ушел. Его нет. Он ушел и не вернется. Да, слушаю. Да, это я. Что? Как? Да. Сейчас буду. Сейчас, да. Алло, салам, брат, как ты? Слушай, тут такое дело, я могу сегодня ночью у тебя перекантоваться? Да даже не спрашивай. А, ну ладно. Пойдем, я тебя всем представлю. Твоя форма.
Mm-hmm.